Уныние все такие. Зачем нам здесь играть? И уходят. Всем привет, с вами Слай. И сегодня мы сыграем в Skywars на сервере mchypixel.net в режиме Insane. Итак, давайте начнем. Итак, мы начинаем играть вот на такой замечательной карте, которая была добавлена сюда в версии 1.8. И спускаемся на наш остров. Здесь есть алмазный меч, целый алмазный шлем, спускаемся вниз. Здесь у нас есть ботиночки, штаны, также зелье отравления и еще два зелья регенерации. Собственно, все они взрывные, и это замечательно. Берем луку второй слот и одеваемся фулово. Все, теперь мы уже топчики, можно строиться на мидл. Так, один блок поставили, и можно уже прыгать. Надеюсь, сейчас никто еще не собрал там самые топовые вещи, вот здесь, да? Никто еще их не собрал. Защита 4, замечательно. Одеваем, и также, наверное, чуть-чуть попозже съедим яблочко. Целых 64 стрелы. 64, серьезно, это топ. Это самые топовые, наверное, вещи, которые у меня были до этого. И надеюсь, данная серия будет реально выигрышной, как бы сразу же. Потому что мне сейчас очень везет. Сразу же мы уже в алмазке, и сразу же мы уже со стрелами. А также есть Ender Pearl. Ender Pearl — это круто. Есть скелет, зелье, отравление, еще одно. Нас не трогают, спину не забирают, понимаете, ребят? Нам сейчас очень просто везет. А привет вот этому пацану. Он сейчас сольется, просто у него мало хп, и он уже уходит. Он уходит, у него 6 хп, он упал. Привет. Вот этому тоже привет, она ставит лаву. Она ставит лаву и, блин, даже не думает о том, чтобы меня добить. Она просто уходит. Думает, что я сейчас горю, но нет. Я же под регеном, ребят, у меня есть куча регена. Я сейчас, мне кажется, очень даже легко выиграю. Так, дамажим здесь алмазника. Кинули яд. Алмазник у нас просто под ядом сейчас, наверное, вообще сольется жестко, да? Ну уже. Ну уже, куда он уходит? У нас есть лук. И мы сейчас его добьем. С лука, да? Ну, почти добили. Вот я не знаю, сегодня все прыгают просто вниз. Какая-то унылая серия, потому что, блин, уныние все такие. Зачем нам здесь играть? И уходят, в общем, ладно, без разницы. Не будем унывать сами. И будем выигрывать данную карту. Так. Там есть игрок. Вот знаете, я не хочу здесь рисковать. Хотя у нас есть эндерперл, но все же, я, наверное, поставлю парочку блоков. Потому что сливаться здесь мне совсем не хочется. Осталось двое игроков, я и вот тот игрок. И у меня есть меч на остроту один. И вроде все. Давайте карманного скелета еще призовем, чтобы наверняка. И, в общем, будем его забирать. Вот так, карманного скелета он уже увидел. И, по-моему, очень даже от него испугался. Ну, реально, скелеты выглядят в данной игре очень даже устрашающе. Бежим за ним, бьем его. Он что-то съел. Что он съел? Так, у него, по-моему, мало стрел. Учитывая, что он по нам мало стреляет. Так, его сейчас скелет наш дамажит, да? Какой молодец. Угу. Я ему регенку кинул. Вот, никогда не кидайте регенку врагам, которые уже были на лоу хп. Серьезно. Он разлил воду. Ребят, зачем он разлил воду? Скажем ему привет, потому что у нас есть Ender Pearl, а он этого совсем не ожидал. И забираем его. Учитывая, что у него обычный меч, мы его забираем. 5 киллов, ребят, все. С вами был Слай, подписывайтесь на канал и не забудьте посмотреть следующую серию, которая будет прямо сейчас. А также поставьте за нее лайк. Итак, мы начинаем играть вот на такой замечательной карте, вместе с китом Хантер, и думаю, нам сегодня повезет. Все, в данном ките нам дается лук и целых 10 стрел для него. Окей, спускаемся вниз, собираем наши вещи. Здесь я вижу нагрудник, здесь также вижу алмазный меч. Все собираем. Так, есть меч на остроту. И вот так же возьмем и оденемся. Замечательно. Зелье скорости сразу юзаем. И поднимаемся наверх. Так, наши соседи находятся только справа, потому что слева у нас пусто. И это уже достаточно хорошо. Давайте сейчас простроимся просто к нему, потому что у него уже есть путь на мидл, а у нас его еще нету. И добежим наконец-таки. Попытаемся сейчас его забрать. Так, он наверняка вот здесь где-нибудь находится, нет? Нет, я ошибся. Он у нас тем временем находится вон там. И, собственно, он там сейчас с кем-то пхупешится. Мы сейчас просто поберем, наверное, вещи. Ну же, привет, привет, привет всем. Так, тебя забираем, все. Оба уже лежат. И, в общем, мы топчики просто. Уходим отсюда. Нам здесь просто очень не рады, мне кажется. И, в общем, мы уходим. Ушли мы только что с медла. Берем эндерперлы. Вот так все раскладываем, все одеваем, да. У нас еще есть немного золотых яблочек, мы их едим. Супер, 25 стрел у нас есть. И давайте поможем вот этому пацану сейчас слиться. Там их двое. Окей, бежим. У нас, если что, есть Ender Pearl, так что мы можем ливнуть в любой момент. Встречаем их и просто забираем, как бы, вот эти вот топовые вещи, которые с них должны упасть. Привет, пацан.
Блин, он бежит. Он у нас убегает. Привет, пацан. Все, слился. Ну уже, я сказал, слился. Что не так с тобой? Он не сливается. Отлично, забираем его вещи. Меч на страту 1, он нам уже не требуется. Есть шлем и алмазный нагрудник. Вот мы уже и фул алмазка, бежим дальше. Собственно, по идее, блин, мне не стоило сейчас наступать в лаву, потому что я сейчас раздамажусь. Давайте съедим яблочко, пока что у нас хп еще присутствует. И, в общем, будем регенить. Так, он там. Он у нас там, у него есть лук. Если у него есть лук, то это плохо. Так что нам придется потом заюзать Ender Pearl и телепортнуться к нему. А пока что едим яблочки, давайте регенимся. Ну все, я вроде достаточно отрегенился, яблочек у нас еще просто очень много. И там пацан ломает мост. Алло. Ну же. Слови стрелу. Не словил он стрелу. Ладно, бежим сейчас к нему. Наверное, сейчас добежим, да? И сможем его забрать. Так, у него есть лук. Ну, он надеется, что у нас нет Ender Pearl, но у нас есть. Привет, пацан. Сливаешься. У нас просто алмазная броня, он, по идее, должен слиться. Прям слиться на изи, да? На изи. Естественно, Виктори. С вами был Слай. Подписывайтесь на канал. В общем, мы немного умерли. И, в общем, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте оставить свой комментарий, кликнуть по аннотации. Ну и на этом все. Всем удачи и всем пока. До скорых встреч.